Раннее утро. Сегодня я уезжаю в Ригу домой. Как он вырос. Делала видео с ним, когда он был маленьким щеночком. О, сейчас какой кабанчик. О, привет! Привет, кабанчик, привет! Привет! Ну, хватит! Ну. Ой, как ты поживаешь? Ай, ты. Патрюнечка, не трогай. Такой вымахал. Ну, хватит. Все мне испачкал. Да, ты сам по себе бегаешь, да? Гуляю, где хочу. Привет, уже поздоровались. Ну, пойдем. Это что, дуванчики, что ли? Ничего себе. Вот это да. Смотрите, одуванчики. Нормально. Патрюшек. Красивая здесь природа. Мне так нравится. В тот лес мы зимой ходили, гуляли с Патриком. Да, классно. Деловые. Ну куда ты в траву полез? Как буквально за неделю пожелтели деревья. Договорились встретиться с дочерью, она приедет в Ригу. Может быть, куда-нибудь сходим, покушаем. Потом хотим пройтись по магазинам. Может быть, такой, знаете, шопинг небольшой сделать. В Оригу очень хорошие скидки есть, и 25, и 35% в магазинах. Поэтому хотим вместе с ней пройтись, что-нибудь прикупить. Потому что скоро мне уже улетать. Ну и вообще время вместе проведем.
В Ориго есть Гупью лаборатория. Кому актуально, в Ориго есть Гупью лаборатория на третьем этаже.